нас новий гость. Це В'ячеслав Симченко, директор Миколаївського тепловозу ремонтного заводу. Добрий день. В'ячеслав Антинович, ну, давно ми якби співпрацюємо і дружимо з вами. І дуже радий вас вітати в цій новій студії. І щиро дякую за те, що ви все-таки також відгукнулися і допомогли нам зробити оцю красу. Але традиційне питання. Телебачення у вашому житті. Що воно для вас? Це було цілий ряд етапів, мабуть. Основне, при слові телевізія, завжди вспоминається дитинство. Тому що да, у нас було дві кнопки, два канали на телевізорі. Це «Ну погоди», «В гостях у сказки», «Спокойної ночі». Тобто це какие-то были те основные такие контрольные точки своего рода, да, которые и формировали нас, что называется, учили доброму, вечному, светлому, приучали нас к каким-то ценностям, учили добру, развлекали, вот, учили и патриотизму, потому что когда хоккей, вся страна, опять же, в экранах телевизора, все болели. Поэтому телевизор очень долго формировал. Ну, не только меня, наверное, это все-таки характерно для каждого из нас. Потом, конечно, происходила некая трансформация. И на определенном этапе получилось, как говорила героиня Нео Карлсона, попал туда, в коробочку, с той стороны. Вот, помню тут первый раз, когда я был в студии у вас здесь. Это было немножко, ну так, несуразно себя чувствовал. Во-первых, это первый раз я был в прямом эфире. При этом это какие-то пуфики, когда сидел у меня, что называется, коленки на ушах, при этом вот это ощущение дебюта в эфире, при этом такое немножко оставляло желать лучшего, та студия, в котором была, безусловно, и поэтому вот опять сегодня уже, будучи в этой студии, только вызывает большое уважение к вам, к работникам этой компании, к вашему руководителю, потому что вот создать такое фактически за год, это достойно. Дорогого стоит. Да. В'ячеслав Антинович, тоже сейчас вы відгукнулися, хоча я, в принципе, я з усіма гостями говорю, всі допомагали, час не самый легкий зараз. І ну, воно не так дешево все коштує, вся ця робота. В той же час ви також відгукнулися, допомогли. Що ви мали на меті? Просто допомога? Чи, можливо, і бажання якось, щоб наше телебачення місцеве розвивалося краще? Опять же, тут є дві составляючі, мабуть. Перша – це дійсно сложились определенные дружеські отношения. І второй момент – є розуміння, що та помощь, яку ми оказуємо вам, тобто я бачу, в чому вона реалізується, да, коли ти видишь, опять же, говорю, вот, первое свое участие в эфире, это была одна студия, потом буквально уже на следующий раз я видел, что уже немножко преобразилось, там уже чуть-чуть стол другой, там уже какой-то диван поменялся, там, смотрю, уже оборудование добавилось, и вот, пошли уже до результат. Конечно, всегда есть вот, момент созидания, есть момент развития, что ну, эта помощь, она не растворяется непонятно где, а вот есть результат, который полезен для всех жителей не только города и области, а смотрит вся область. Это вот, одна составляющая, а вторая составляющая, то, что телевидение все-таки играет огромную роль в формировании ментальности людей. Да, это опять же, это и те дети, которые клацают, ищут мультики, да, все зависит от того, что они будут видеть, какие детские передачи, какие мультфильмы. Это и взрослые, которые, опять же, какие они новости смотрят, как эти новости подаются, какие документальные передачи. Вот. То есть, по большому счету, вы формируете сознание людей. Вот. Вы формируете ментальность людей, ментальность нации, горожан.
Поэтому, ну, это, ну, достаточно такое серьезное направление, которое, я считаю, каждый, все, кто не безразличен к тому, где и как он хочет жить, заинтересован в том, чтобы телевидение максимально развивалось. Вячеслав Валентинович, и користуючись нагодою, знову ж таки, сьогодні дійсно свято, професійне свято працівників телебачення і радіозв'язку. Ваші побажання? Да. Действительно, праздник – это всегда, всегда радость, всегда улыбки. Что касается данного дня, да, День работников телевидения, радио, первое основное, что хочется вам пожелать, чтобы вы выполняли свою работу, не оглядываясь и не задумываясь о том, кто вам платит за эту работу. То есть у вас должна быть оплата, и работать вы должны только исходя из своей совести, исходя из своих профессиональных качеств, то есть тем самым формируя и подавая правильную, объективную подачу информации людям. И когда вы работаете только исходя из своего желания, своей совести, тогда и получается хороший, качественный продукт, который потом же доставляет вам удовольствие, потому что любое детище, которое ты сам создаешь, и оно тебе нравится, и оно вселяет в тебя силу на создание чего-то нового.